В проекте «Семейная фотохроника Великой Отечественной войны» Совет ветеранов Альметьевского района участвует с 2017 года. Об этом рассказал председатель Совета Василий Самойлов. Собирают фото и информацию о погибших и пропавших без вести участниках войны, чтобы передать ее на вечное хранение в архивы Национального музея Республики Татарстан. И тем самым оставить память о подвигах героев для будущих поколений. Основная цель проекта – создание электронного архива фотоматериалов, возможность их использования в патриотическом воспитании детей и молодежи и увековечении памяти воинов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день собрано более 1500 фотографий, в обработке находятся почти 300. Планируется, что последний этап проекта завершится в 2020 году, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А сейчас работа в Совете идет полным ходом. И все же собрана информация лишь о 15% погибших и пропавших в войнах. Впрочем, не обходится и без помощи неравнодушных. Провели ряд совещаний с представителями первичных ветеранских организаций города и района, сельских поселений, а также доведено до сведения руководителей предприятий, организаций, образовательных учреждений, глав сельских поселений. Также на совещании обсудили деятельность Центра гигиены и эпидемиологии в Альметьевском, Заинском и Лениногорском районах. О работе службы рассказал руководитель Айдар Тухватуллин. Центр занимается оценкой соблюдения санитарных и гигиенических требований, мониторингом социально-эпидемиологического благополучия населения, рассмотрением обращений потребителей и их консультацией, проведением экспертиз, исследований и многим другим проблемам в сфере гигиены и эпидемиологии. Елена Марданшина, Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.